Друзья, привет! Саша Иванов, канал «Живу на земле». Аллилуйя! Ночная рыбалка произошла так, как она есть. Я уже и, в принципе, со счета сбился, сколько делал попыток. Уже и надежды особо не было. Даже фонарика с собой нет, свечу телефоном. Потому что думал, вечером просто половлю. Сейчас снимаю, делаю видео про джиговую ловлю и заехал. Когда монтировал, думаю, неплохо было бы еще несколько кадров, может быть, кого-то на джиг поймать. Потому что рыбалки эти обычно не снимаю. Рыба попадается не каждый раз. И, в общем-то, вот эта ночная ловля. Несколько лет назад про нее узнал. Делал уже много попыток по вечерам. Были пойманы первые судачки. А сейчас, ребята, сейчас произошло просто что-то сногсшибательное. У меня за спиной лежит улов. Не знаю, как передает камера. Про судаков не переживайте, они точно все в зачете. Вот этот рядом со щукой, я думаю, что это килограмм. Тут чуть-чуть поменьше, здесь ближе, ну, полторашка, наверное. Дома все взвешу. Приехал ловить на джиг, и на джиг был пойман один окушочек вот этот. Ну, ничего такой, головастый. Но зато смысл в том, что пока здесь ловил на джиг, изучил все дно прям досконально. Я часа три здесь сидел. Сначала по берегу походил, потом здесь. И прям четко-четко все. Груз 6 грамм, резина 3 дюйма. Пробовал ставить и 16 грамм, и 8-16. Вообще застревает везде. И пока бросал, прям четко нащупал. Есть каменная гряда, и после нее канава. И вот джиг в канаву загнать было не так-то просто. Точнее, ну его загоняешь, там получается 2-3 скачка он делает. И вот окуня поймал. А под вечер, уже когда собирался уходить, думаю, ладно, джиг-джигом, у меня с собой вертушки есть. Думаю, сейчас я в эту канаву-то и это все и сделаю. И вот благодаря тому, что дно изучил, понял, что забрасываю на мель, по мели тащу быстро, а когда вот ближе к канаве к этой подходит, чуть-чуть давал спуск вертушки, и там бах-бах поклевки. Но это происходило уже вот, когда темнело, снимать, в принципе, практически невозможно. Сейчас темнело полностью. И еще первого судака поймал в тот момент, когда думаю, все, сейчас еще один заброс и поеду домой. Забрасываю дыщ. Вот этот большой. Потом был еще сразу второй. Потом какая-то небольшая пауза. Маленького поймал, отпустил. И вот чуть-чуть попозже еще один. И еще бабах. Это оказалась щука. В общем, ребята, это вообще круть. Честно говоря, счастье такое свалилось в тот момент, когда уже практически перестал верить в то, что поймаю. Ну, все равно, как бы, жизнь продолжается, думаю, буду ездить на рыбалке, свежий воздух, все дела, и тут и так классно. Буду упираться. И как только я уже расслабился и забыл про то, что хочу наловить больших рыб, они сразу все пришли. Сейчас, конечно, сделаю еще пару забросов, но совсем ничего не видно. Фонарик вот с этого, с телефона. Фух, друзья, это что-то волшебное, когда ты много прикладывал усилий, и потом все-таки они вознаграждаются. Это гораздо круче, чем когда ты просто приезжаешь на берег, делаешь несколько забросов, ловишь рыбу, и потом не понимаешь, что произошло. А здесь, когда уже дно изучено до каждого камушка, и ты понимаешь, как подошла рыба, что она там делает, как ты проводишь приманку, и попадаешь туда, прямо вот в эту ванную, где она стоит, и там бам-бам. Уважение, конечно, вот эти крутые, ну, темно. С удовольствием поснимал бы, показал вам. Ну вот. Джигом изучил дно, потом вертушка. Все та же, на которую надрал еще и щуку в этом году немерено. Раньше как-то ее недооценивал. Это Мэпс Аглия Лонг в размере 1+. Супер круть. Такой сегодня расклад. Фух. Всем желаю, чтобы у вас тоже все получалось. И особенно, чтобы хватало сил прикладывать какие-то усилия в том направлении, где вы что-то замечтали. Спасибо за просмотр. Саша Иванов, канал «Живу на земле». До новых встреч. Пока. По обстановке сейчас середина сентября, была прохладная погода и выдалось такое что-то типа микробабьего лета, как говорят.
днем до 20 градусов, а так было и 11 градусов днем, и две теплые ночи. Вчера вот теплая ночь была, и сегодня теплая ночь. И вот это одна из теплых ночей. Хотя все поклевки произошли, когда вот стало темнеть, но было еще не совсем темно. А когда окончательно стемнело, клев прекратился.